Этот праздник ждут абсолютно все люди на Земле, от мала до велика. Ждут с нетерпением. Многие заранее готовятся встретить его, как подобает. Это, конечно, Новый год. В новогоднюю ночь под бой курантов все загадывают свои желания. Загадывают и искренне надеются, что оно сбудется в наступающем новом году. В эту ночь все получают новогодние подарки и дарят их другим. Встречаются с друзьями, подводят итоги уходящего года. В нашем праздничном выпуске мы решили познакомиться с девушкой, молодой, талантливой и креативной, которая, несмотря на свой возраст, уверенно движется по выбранному пути. А какое у нее волшебное имя? Жасмин. 2023 год стал для нее годом начинаний, открытий. Можно сказать, начался новый этап в ее жизни. В этом году родилась новая семья. Жасмин вышла замуж за своего избранника. А также новое успешное дело. Девушка продолжает развивать бизнес. Совсем юная, но такая амбициозная Жасмин Мирза уверена, это только начало успешной жизни. А какие есть для этого основания, давайте узнаем у нее прямо сейчас. Жасмин, скажи, пожалуйста, каким для тебя был 2023 год? Ну, 2023 для меня был очень судьбоносным, потому что моя жизнь перевернулась буквально вот так, на сколько, на 180 же, да, получается? 360. 360 это, по-моему, обратно, нет? Туда же. Но уже с новыми людьми. Тоже верно. Я просто один раз кому-то так сказала, и меня такие, это же туда же ты вернулась, получается. Вот, то есть мы выросли очень сильно и в плане бизнеса. Мы поженились с моим мужем, получается, и бизнес мы вместе ведем. Мы вместе выросли, открыли новые грани своих возможностей, новые знакомства. И, в принципе, очень много чего поменялось. Это вы все в 23-м успели? Да. Вот что значит молодцы. И что значит молодость, когда полны сил и энергии? А где вы их берете? Честно, витамины. Недавно начала пить витамины, и моя работоспособность настолько лучше, что мне работники говорят, перестань пить. Свой магний, говорят. А так, ну, конечно, мотивации много, дисциплины, без нее никуда. То есть мотивация когда-то заканчивается, дисциплина нужна. То есть я знаю, что там, если в плане работы, там, понятное дело, что это все делается в первую очередь для финансов. Я хочу там радовать родителей, брата, также мужа сама хочу радовать, чтобы он меня радовал. То есть, ну, в общем, причин много. Твое детство. Угу. Какая ты была маленькая? Я была черненькая, кучерявая. Я очень кучерявая, вот, знаете, такие афро, такие кудряшки. Вот. Папина любимая дочка. Всегда он меня возил в садик, в школу, привозил, отвозил, все покупал. Очень счастливое детство с братом моим, очень близкие отношения. Всегда с ним гуляли, куда-то ходили. То есть все было круто, там ни в чем мне не отказывали. Папа там покупал все, что хотел.
ела, в общем. Было очень классное детство. Озорная девчушка была или спокойная? О, да. Да. Очень озорная, все время что-то суетилась. У меня брат спокойный. Вообще, он ничего лишнего не сделает никогда. Я, которая всегда в выходной в 8 утра просыпалась, такая, вставайте все, будем срочно что-то делать, там пойдемте туда, туда, то есть всегда идейная я. Вот мама сейчас говорит, тебя в доме нет, как будто жизни, говорит, нет. Я один раз зашла, после свадьбы это было, клянусь, я захожу, и такая атмосфера, вот какие же перекати поле, просто никто ни с кем не разговаривал, вот это первые дни были, они не могли это принять, осознать, и когда я прихожу, они прям радуются, то есть я все время покупаю что-то, и они такие, а вот твой брат так не делает. Ну, это девочки. Девочки, да. Они всегда внимательные. Нет, есть и среди мужчин, конечно. Но чаще всего мальчишки привыкли от сестричек, от мам получать внимание. Ну, он очень внимательный, он очень любящий, но его надо попросить. Он сам вряд ли догадается что-то взять, купить, но он тоже очень внимательный к родителям. Вот сейчас по ту сторону экрана нам девчонки все говорят, вот, когда мы об этом говорим, нам не верят. А мужчина говорит, начинается опять, а не о своем. Я маме всегда говорю, он женится, тебя бросит, а я буду рядом всегда. Расскажи о родителях. Ой, родители у меня вообще суперские. У вас интернациональная семья, начнем с этого, очень красиво. О них я могу говорить очень долго. Они дали очень хороший фундамент и мне, и брату. То есть мы росли всегда в огромной любви. У меня очень хорошая там самооценка. То есть я знаю, чего я там стою, не дам к себе плохо относиться, потому что родители с детства говорили, ты типа там лучшая, ты самая красивая. То есть не переходя грань вот этого. Вот, получается, у меня папа иностранец. Он у нас приехал из Сирии учиться сюда в мед и встретил тут маму. Мама у меня нагайка. Вот, влюбился, женился, хотя мог, ну, как он говорит, мама его здесь оставила, он мог жить во Франции, в Италии. Ну, это факт, потому что сейчас все родственники, все друзья у нас где-то за границей живут. В Париже даже есть дядя. Вот, и он влюбился, женился, остался из-за мамы, из-за того, что она будет скучать по родне, не забрал ее никуда. А родились мы, и, ну, вот, я знаю, я вижу, я чувствую каждый день, что он души нас не чает, обожает просто, ну, сын это сын, а дочка это, ну, все для него. Вот, то есть он и меня, и брата обожает, и мама тоже так. А у папы была очень большая семья. Их, получается, детей в семье 18. И вот папа, когда подрос, тут учиться было очень престижно, поэтому он приехал сюда, в Ставрополь поступил, а мама уже на тот момент училась, она на 2 года старше папы. И он увидел ее в общаге, и все. Влюбился, сказал, вот она мне нужна, и все. Мама у нас училась и в Питере, и в Ставрополе, потом устроилась работать в медколледж, потому что она очень с добрым сердцем, она не выдерживала смерть, видеть это не могла, все. И папа очень переживал за нее, она все проживала через себя, он сказал, все, уходи, говорит, будешь преподавать. И вот так она уже, получается, 23 года преподает, или 22 года преподает. Но вообще преподавательская деятельность — это не случайная работа, это должно быть призвание, но твоя мама действительно, видимо, отучилась для того, чтобы быть хорошим преподавателем. Ее любят, ее уважают и всегда отзываются только добрым словом. И не зря же она, в конце концов, столько лет там работает. И меня всегда удивляет, когда ее вижу, у нее всегда блестят глазки. Человек, который был бы недоволен своей работой или чем-то в жизни, он бы так не сиял. Да. Она не рассказывала, когда вот папа начал первые шаги делать, как она отреагировала, ну, мужчина из другой страны, еще и помоложе, как семья отреагирует, там же много было на тот момент. Но. Да, она, когда его увидела в первый раз, она сказала, ой, точно нет, точно не мой вариант. Но он, папа, как я знаю, просто добился, сказал, что все, не переживайте, я за нее останусь, я даже готов в ауле там жить с вами, говорит, но только, типа, останусь. Папа уже сколько лет сам в медицине? Ну, он тоже на одном месте очень долго проработал, тоже больше 20 лет в Чапаевском районе. Очень многие его знают именно там, оттуда, всем зубы там полечил, в районе вот этом. Вот, именно там он, да, где-то 20-21 год работает. Каково, когда у тебя папа стоматолог? У тебя всегда плохие зубы. Почему? Так всегда бывает. Еще вот тоже важный момент. Я дочь, получается, двух врачей. Я ужасно боюсь крови.
там брат мой боится вен, все, мы в обморок падаем от этого, то есть стоит сказать, там, сдать кровь, кто-то начнет эту тему разворачивать, все, я в обморок падаю сразу же. Все говорят, как ты можешь, тебе родители врачи, я говорю, блин, но они все детство приходили вот так с этими инъекциями, кололи нас, естественно, мы всего боимся. Вот, папа, про зубы. Каждый раз, когда я прихожу, говорю, папа, кажется, что не так, он такой, сам пройдет, не переживай. Ну, потом, конечно, когда этот, он лечит, но один раз я укусила ему руку, когда он делал мне укол, и он сказал, что больше меня не принимает. И все. Угу. Я всегда думала, что если папа стоматолог, да, там, или брат, всегда у человека должны быть идеальные зубы. Наоборот. Вне времени суток тебе открыты двери. Не-а. Он просто, там был момент, что он так получилось, что он удалял мне нерв наживую, без анестезии. Потому что я очень боялась укола. И когда он пытался сделать укол, я его куснула. И он сказал, все, уходи, я больше тебя принимать не буду. Либо за двойную плату, говорит. Поэтому лечу у других, у его коллег, знакомых. Идея открыть свой бизнес. Угу. Как она пришла? Ну, вообще, я прям вот с детства своего озорного, я маме бегала, все говорили, мама, я буду бизнесменом, я открою, и будем ездить на яхтах, говорю, самолет свой личный. И она всегда смеялась. Но я всегда знала, что вот, ну, мне, допустим, не подходит вот быть где-то, работать там на госработе или у кого-то. Я знала, что мне нужно либо на себя, либо что-то открывать. И вот подошел, получается, момент, что я отучилась, надо что-то делать. Мы с Назимом встречались уже там где-то года полтора-два, и он тоже горел, говорил, мне надо уходить с работы, я хочу что-то свое. То есть мы даже не обсуждали, это как вот должно было быть, и все. И получается, мы в какой-то момент определились и решили, открыли, все получилось. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, у нас идеальный тандем в плане чего, что он думает, делает план, куда мы движемся, я это делаю. Ты воплощаешь это? Да, да, вот я такая, я очень хороший исполнитель, но мне нужен кто-то, кто направляет меня, да. Я знаю, что у вас очень тоже интересная история. Давай по порядку. Вы учились вместе? Да. Вы были просто друзьями? Нет. Вы даже не дружили? Нет. Получается, мы учились во второй школе. Далиль, мой брат, он был в 9 классе, а я в 4. И, ну, я часто к нему бывало бегала, ему как раз в 9 классе вот перешел вот на зим с 9 школы. И, ну, естественно, в 9 класс, это старшеклассник, еще и новый мальчик, красивый, еще такой, знаешь, раньше прически вот эти же были модные, когда они вот так сидят. Он пришел такой высокий, такой хулиган, и я еще думаю, кто это? Я, конечно, ходила к Далилю чаще постоянно, типа к нему, но мы так, были, он знал, что мелкая, ну, 4 класс, мелкая сестра одноклассника, просто здоровались. И так, получается, мы проучились до 6 класса, а не до 11. Ну, пришло время, они закончили, и я такая, все, в этой школе делать нечего, перевелась в другую. И все, эта история забылась, я забыла про него. Потом приходит день, и в одной из соцсети мне прилетает подписка от него. Я такая говорю, о, это, говорю, твой одноклассник. Он такой, да-да-да, это, говорю, по нему сохло все детство, говорю, в смысле? А он еще, получается, работал с шеф-поваром по японской кухне. Или просто, ну, короче, главный по японской кухне. Он проработал там 3 года. И там было все вот в этом поварском, роллы. Я говорю, да, смотри, как мне повезло, говорю, там роллы, говорю. Ну, я клюнула на роллы. Он мне огонечки ставил месяцев 5, наверное. Я ничего не отвечала. Мне было как-то, ну, без разницы. Думаю, все, ты потерял свой шанс. Надо было в 4 классе. Такая ремарочка. Если, мужчины, вы думаете, что ваши огонечки ни к чему не приведут, они вот ничего не... Все-таки да. Огонечки были. Да, и в какой-то момент у меня день рождения был. Он мне говорит, давай... Давай подарок. Я говорю, давай. Он такой, приходи, типа, накормлю ровно. Я говорю, в смысле, я должна к тебе приходить? Приходи сам. Он такой, я не могу, я без выходных работаю. Но он думал, я не приду, а я пришла. Ну, я вот повела же на эти роллы, продолжили. Переписывались, я понимала, что вот, ну, мне очень-очень комфортно общаться с ним, ему тоже. Он еще говорил, а вдруг ты придешь, я на тебя посмотрю, а ты стрёмная, оказывается, в жизни. Я говорю... Выросла и пострашнела. Да, я говорю, ну...
придется все расставаться. Но он потом сказал, ну ладно, нормально, говорит, такая же. Вот. И вот так, по чуть-чуть, он постоянно мне чуть ли не каждый день отправлял. То меренговый рулет, роллы отправлял, постоянно киндер. Вот он такие... тебя прикормил. Да, а я же повелась. Ну, найду, ну, не вариант не повестись. Потом он отправлял вот такие 151 розу, вот сразу же в первые недели, я думаю. А мне 19 лет, я такого не видела. Ну, до этого, там, если ну, что-то добыло, кто-то пытался ухаживать, это такое, там, шоколадка, не шоколадка, а тут 151 роза, там, 101. Ну, а вроде нормально. Но я, естественно, не только из-за этого, то есть он как человек тоже был очень хороший, он мне постоянно уделял внимание, заботился. И я очнулась в момент, когда мы уже 3 года встречаемся. Вот, и получается, когда было 3,5, мы поженились. С ней получилось, как во сне, эй, так и не спеши. Думаю, что все так просто, ты знаешь. Через миллионы слез и тысяча. Сложно, как важно ее труби. Сложно, мечта, что горит внутри. Все уже я добился и поможет. Продолжаем все сколько, сколько я захочу. Всегда мечтала о сестре. Угу. Но у меня 2 брата. У тебя было такое желание, как у единственной девочки? Да. Когда я смотрела вот на подружек, у которых сестры, я думаю, блин, как это классно, наверное. Но у меня мама, честно, мне все заменяла в детстве. То есть она была моей вообще лучшей подругой и до сих пор остается. То есть я могу прийти и рассказать ей абсолютно все. Любую проблему, что бы ни было, она и поможет, и подскажет. Но когда я вот перешла, получается, то, что я говорила, со 2-й школы в 5-ю, я встретила девочку, Фатиму. Вот. Там и с другими дружила, но вот до сих пор, сейчас, получается, больше 10 лет мы дружим. И честно, я не могу назвать ее подружкой. Она вот мне сестра, ее сестры мне сестры. Ее семья меня принимает как свою. То есть я вчера, было день рождения у их младшего братика маленького, я пришла, и вся их семья, все двоюродные, все сидят, и никого даже в мысли не возникает, что я, ну, не родственница им. Все уже воспринимают меня как семью. Вот, поэтому не могу сказать сейчас, что у меня нет сестер. Сейчас я предлагаю посмотреть маленький кусочек видео со свадьбы, и вы поймете, о чем она говорит. Уже выбрала обладательницу своего букета ирис. Вот такой неожиданный сюрприз и слезы счастья. Плачет прекрасно. Ну что это такое? Я знаю, что у вас очень, очень теплые отношения с Далией. Угу.
Да, очень многие удивляются, спрашивают, как так? Вот у него, ну, мне кажется, у меня отношения с ним ближе, чем у некоторых с сестрами как раз-таки. Вот, если я маме могу все рассказать, то ему я, ну, вообще, вот я вот откровенно перед ним всегда. И какая бы проблема ни была, какой бы ужас, я ему первому звоню всегда. Мы, то есть, когда вместе жили до замужества, мы сидели каждый вечер, я ждала его с работы, но он поздно возвращается, работа у него такая. Я всегда его ждала. И мы сидели и часами разговаривали каждый вечер, какая у кого проблема, что есть, что будем делать. И вот сейчас нам очень тяжело, мы каждый день переписываемся вот так, ну, вот так стопками аудио, потому что нужно выговорить много всего. То есть вот он очень близкий для меня человек. Вот я не знаю, мама всегда, ну, это отчасти работа родителей, конечно же, они нам всегда здесь говорили, у вас ближе, чем друг друга, никого нет. Даже, говорит, мы вам не так близки, как вы с друг другом. То есть они изначально строили. Мы никогда не дрались, ничего, все отдаем, вот последнее, что будет, и он мне отдаст, и я ему отдам. То есть помочь для него, это мне первостепенно. Я помню после свадьбы его слова, как будто вот кусок сердца оторвали, вот не хватает, так непривычно, домой приходишь, и так грустно, так не хватает ее. Сейчас слезки потекут. Да, я согласна, мне тоже его очень не хватает. То есть мне иногда хочется сорваться и просто уехать домой, чтобы поговорить просто с ним. Да, очень, очень люблю его. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты отдыхать в потоке с рабочих своих будней? Находишь ли ты время? Вообще, да, я очень люблю, в плане чего, я очень люблю менять обстановку, то есть это для меня важно, если я долго куда-то не выезжаю, мне, ну, у меня энергия теряется. И для предпринимателей вот отдых — это реально такая же работа, как вот обычная работа, потому что чаще всего, ну, по крайней мере, мое окружение, предприниматели, они страдают тем, что они слишком много работают. То есть я когда, бывало такое, когда я отдыхала, мне было стыдно в этот момент. Я такая, блин, почему ты не работаешь? Как ты можешь отдыхать вообще? Вот такое было. Но потом в какой-то момент я поняла, что важнее в компании, чем моя энергия, ничего нет. И чтобы она была, мне нужно вовремя понять, что мне нужно отдохнуть. Вот, поэтому отдыхать нужно, люблю. Особенно куда-то ездить именно. А какой отдых ты предпочитаешь? Активный, пассивный, полежать на солнышке или полазить по горам? Я люблю вообще все. То есть я могу спокойно и пойти на лыжах покататься, могу и вообще тюленчить весь день. Но вот выбираю, я и горы очень люблю, и море, но все-таки, наверное, я выберу море, хотя, ну, не, горы я очень люблю. Я вот там поехать, хачинчики покушать, это вот, я очень патриотка, там вот Кавказ, вот это все, это моя тема. Очень люблю. А после свадьбы сразу мы никуда не поехали, мы решили чуть-чуть поработать. Там, ну, летом такой период был, когда нужно было поработать, нельзя было бросать. Но по работе нам нужно было поехать в Краснодар, и девочка, с которой мы ехали, то есть я ехала, девочка, еще одна девочка, и Назим. Она говорит, раз мы в Краснодарском крае, давайте, говорит, заглянем хотя бы на 2 дня к морю. Я говорю, ладно, давай, потому что потом мы точно не поедем. И мы поехали в Голубицкую. Я в первый раз о ней услышала. Девушка говорит, что я, ну, отдыхала там, там очень круто. И там реально, там очень круто было. Это, получается, не Черное море, а Азовское. Там такая деревушка, людей особо вообще никого нет. Мы отдыхали в доме на втором этаже, который вот дом и вот море сразу. Там очень красиво, но в чем суть этой истории вообще? Там крокодилья ферма есть, и ее смыло весной перед этим летом. И я не знаю, правда это нет, просто потом это опровергли, но мне кажется, что опровергли, чтобы люди не боялись туда ехать, говорят, что смыло их туда, как раз в море. Но там такие крокодильчики милые, и мы потом пошли на эту ферму. Они живые растут. Ну, милые они. Там, короче, вот все вот так, они друг на друге лежат, все в крокодилах. Не знаю, я очень люблю крокодилов, красиво прям выглядят. И брат, кстати, тоже любит крокодилов. Не знаю, на них смотрю, такие классные. В каждом треке ты поешь. И мечтаешь о море, но море так тебе нет. Кричишь о море, но никто не кричит. Что для тебя значит праздник Новый год? Я очень люблю Новый год.
это для меня семейный праздник, вот, то есть детство всегда, вот это стабильно, 20 какого-то там декабря мы выбираем день, всей семьей собираемся, едем за продуктами, как я же в мемах, поссорились все, пока собирались, потом счастливая семья в итоге, короче, едем за продуктами, вот так. Кучу просто покупаем всего. Папа там одно ворчит, что мы много купили. Мама на него ворчит из-за этого. Мы с братом там подъедаем все. Естественно, там папа с мамой приносят такие подарки. То есть, ну, я очень люблю Новый год, потому что мы все собираемся, отдыхаем всей семьей наконец-то, потому что у всех выходные. Вот, это для меня еще время, когда я могу всех порадовать. Вот сейчас я тоже там в поиске подарков. То есть мне важно всех порадовать. Вот, семейный праздник. Как вы его отмечаете? Сам процесс... Именно новогодняя ночь. Ну, сейчас я не знаю, потому что я в первый раз буду отмечать с новой семьей. Но дома, получается, мы 30-31 все дни проводим заготовкой с мамой. Обычно на мне салаты, на ней там мясо, и папа тоже. У меня папа очень вкусно готовит. Он обычно готовит нам утку и индюшку, запекает. Очень вкусно. Вот реально ничего вкуснее, чем его мясо, я никогда не ела. Вот, мы готовим. К ночи мы все накрываем, часов в 10 уже садимся, включаем всякие программки, смотрим, болтаем, встречаем. Пишем желания, поджигаем все это в шампанское. Папа всегда мне с детства говорил, ладно, пей, говорит. Ну, честно, я не очень такое люблю, но желание же должно исполниться все-таки. Вот, и, ну, детское обычно наливает еще. Исполняем желание, мы чуть болтаем, там папа обычно ложится спать, а мы с мамой идем на площадь гулять. Как же без елочки? Одели в это время? Тоже с нами, да-да-да. А то как-то так мы с мамой попали. Ну, я имею в виду, что... Ну да, вот. Даже вот обычно молодежь там любит, может, с друзьями, но у нас такого нет. Вот для меня важно с родителями встретить сначала. Ну, я не променяю, скорее всего, ну, не знаю, на данный момент времени я так считаю, что я не променяю там. Ну, не пойду с друзьями встречать, пока с родителями это не сделаю. До какого возраста ты верила в Дедушку Мороза? Так, ну, если честно, я не помню, но мне кажется, лет до 10, может быть, наверное. Ну, у меня есть обидная история детства. Короче, один раз я смотрела фотки и увидела, что у Дели есть фотка с Дедом Морозом в какую-то ночь. А у меня нет, а я уж тогда была. Я говорю, почему ему делали Дед Мороза? Они сказали, что меня не смогли разбудить, но я им не верю. Совсем забыла рассказать вообще, я не знаю, может, поэтому у нас такие отношения с братом. На самом деле, если бы не он, меня бы в принципе не было. А родители собирались на нем остановиться, там, ну, свои причины были. Но, короче, Далилю было, получается, года 3, и он не отставал от них. Он такой, я хочу сестру, пожалуйста. Он умолял их настолько, что им пришлось. И, кажется, он теперь жалеет. Вот, и он, ну, выпросил меня, и я родилась. Если бы не он, меня бы в принципе не было. У меня же тоже получается интернациональная семья, по стопам родителей пошла. Вот, мои дети, кстати, всегда об этом думала, будут 3 наций тогда. И у меня 2, а муж карачаевец. Вот, и свадьба у нас была по 2 традициям. Папа сказал, ну, не нужно особо вставлять там его традиции, говорит, все нормально, говорит, ну, делай как надо. Вот, и получается, у нас была ногайско-карачаевская свадьба. То есть учли и традиции важные карачаевские, и традиции важные ногайские. То есть мы пришли к компромиссу, что-то кто-то убрал, что-то где-то пошло на уступки, чтобы там и мы были довольны, и моя сторона, и их сторона тоже была довольна. Thank you.
приняла тебя мама? Очень хорошо, хотя многие такие, ну, и, ну типа, карачаевская семья тебя не примет, что ты не карачаевка, но я, вот, получается, уже полгода мы женаты, я ни разу не почувствовала, что кто-то меня не принял, там, начиная от бабушки, которые придерживаются традиций, тети, там, родственники, ни разу не всплывало никакой темы, что ты не карачаевка, чего-то не понимаешь, то есть, наоборот, при мне на русском разговаривают, ничего такого не происходит, и я очень полюбила этих людей, бабушка вообще у него классная, золотая, там меня всегда обнимается, вот на ногайском мне поет, то есть мы там и ездим к ним, отношения хорошие очень, все меня приняли с любовью, и я их тоже, естественно. Я знаю, что студия у нас не только в Черкесске, mm-hmm. Вы уже успели расширить, расскажи, в каких городах? Так, мы сейчас в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе и в Черкесске. Получается, в Черкесске у нас 3 года уже будет в январе, в Ставрополе 2, и вот в Ростове и Краснодаре только недавно открылось. С какими минусами встречаются люди, которые открывают именно вот такого плана студии? Не то, что минусами, это все равно работа с людьми, работа с большой командой, это энергозатратно. Нужно всегда быть лидером, скажем так, нужно всегда придерживаться, ну, быть мягким, добрым, создавать классную атмосферу, но в то же время ты должен быть легитимным перед ними. То есть нужно вот опять же вовремя отдыхать, потому что тебе нужно отдавать эту энергию постоянно в эту студию, в клиентов и в людей. Угу. А как часто руководители сами ходят на занятия? Вообще до свадьбы я часто занималась. Я, в принципе, очень гибкая, растянутая. И я точно знаю, что у нас классные занятия, потому что я лично их посещала. У меня там переставала болеть спина, я сижу на шпагате. Но после свадьбы, пока вот эти дела, я пока готовилась, перестала. И сейчас пока не занимаюсь, но вот я планирую возобновить. И такой вопрос на засыпку. Почему именно студия растяжки? Вообще, мы просто делали, ну, тут нет какой-то романтической истории, мы делали анализ ниш, какие сейчас в тренде, ну, тогда, получается, 21 год, какие в тренде, какие стреляют, что будут стрелять, и мы увидели, что трендом в ближайшие года будут ПП, здоровое питание, здоровый образ жизни, и мы думаем, спортзал точно нет, вот именно формат моностудии, только растяжка, только групповые, вот, и, ну, мы переживали немножко за Черкесск, что это может не зайти, но наоборот, ее очень хорошо приняли, этого как раз не хватало очень сильно. И у вас исключительно только женщины ходят? Да, только везде, девушки. Везде, да, нет мужчин вообще. У нас женское сообщество, у нас такая политика создать классное сообщество девочек, которые всегда поддерживают друг друга, друг другу ходят, пользуются услугами друг друга. Угу. Супер. Носок тянем. Отлично. Не спешим. Угу. Сидим. Можете помахать рукой. О, отлично. Два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хватит. И теперь пресс. Расскажи, пожалуйста, о планах на 2024 год, если можно раскрыть пару. Конечно. Планы грандиозные в плане работы, то есть вырасти очень сильно и в доходе, и, в принципе, по своим сферам, по студиям, по другим направлениям, так как мы еще наставники, мы обучаем так же, как открывать эти студии. Вот. И в плане блогерства тоже есть всякие планы, вырастить аудиторию еще больше, снимать больше контента классного, то есть мне это очень нравится, меня это заряжает, съемки. Ну и семейные всякие, поддерживать там, папе там что-то подарить, маме, ну это такое. Так подарю, расскажу, да. Спасибо тебе огромное. У тебя есть еще возможность поздравить всех своих друзей, товарищей, всех наших телезрителей с этим прекрасным праздником. Я поздравляю всех вас. Желаю, чтобы в новом году вы добились всего, чего хотели. Вот, и папа, мама, вы по-любому это смотрите. С Новым годом!
Спасибо, и мы тебя поздравляем с Новым годом. Желаем тебе счастья, процветания, чтобы, конечно, все твои мечты непременно сбылись. А пока мы дарим тебе на память о нас фотосессию. То, что я люблю. Спасибо большое, что пригласили. Очень рада была видеть вас.